Для проведения Blower Door теста или теста на герметичность здания используется аэродверь, которая устанавливается во входной проем. В этой аэродвери находится вентилятор, который создает разряжение или избыточное давление в 50 паскалей, набор датчиков и манометров, которые позволяют отследить утечки воздуха и померить степень рефрижерационных потерь. Тест проводится в доме из СИП-панелей, уже отделанном. В принципе, цифра неплохая. Вот. Мы сейчас включим опять вентилятор, пройдемся с термометром, посмотрим, где под 2 или где идет подсосы, чтобы потом это можно было установить и улучшить герметичность этого момента. 1,38, да? Да. Да, сейчас один. Но вы нам уже потом какое-то заключение. Конечно. Включай. Для сравнения, необходимая степень герметичности пассивного дома должна составлять не более 0,6. Обычно самые слабые места это окна. Вообще, тут никаких утечек нет. А здесь слева. А? Если еще внутренняя стенка, то можно. Да, мы не То есть это, кстати, закрыт? Это у нас получается, что у нас здесь, да, вот он подсасывает, у нас... Найдено место утечки воздуха из дома. Его герметизируем и проводим тест еще раз. Данный тест проводился в 2015 году. Основные места утечки воздуха или инфильтрационные потери – это стык стены СИП с фундаментной плитой и фановые трубы. Мы считаем, что результат, полученный после проведения теста, вполне удовлетворительный. Можно лучше, но в процессе стандартной стройки это сделать сложно. Ну что там? Да нет. Нету? Да.
сейчас 2000. Хорошо, да? Да, было 500. Сейчас сколько? 50? Нет, больше, сейчас 55. Побежали. Еще. Стоп. Чуть-чуть больше. Ну, вот сейчас 1800. Разделите на 368, да. И на 412. 1,27. Ну, это уже хорошая цифра. А единица это у вас 0, правильно? То есть... Единица это... Нет, это не 0. Нет, это еще не 0, да? 0 это 0. 0 это 0. То есть 0 это сколько... Ну тогда бы здесь разрежение было сумасшедшее, сколько? Ну конечно. Не, ну это полностью герметичная, да, стеклянная, да, банка. Да. Ну сколько в самолете? 27,8 перепад давления.